Бесперебойная, безаварийная работа объектов газодобычи в режиме 24/7. Над решением этой первоочередной задачи 365 дней в году, а в этом высокосном 366, трудятся специалисты многих подразделений общества «Газпромдобыча Ямбург». Оперативный персонал следит за текущей ситуацией. Обслуживающие структуры выполняют плановые и профилактические работы. Смежные подразделения и привлекаемые сторонние организации проводят диагностику оборудования, исследования, а в случае необходимости – ремонт. Мы находимся на газопроводе коллекторе ППГ-2В, КПГ-1В, первая нитка. На этом газопроводе в 2019 году летом была произведена внутритрубная диагностика, по результатам которой были обнаружены дефекты внутри трубы. На данном участке было большое скопление внутренних дефектов, и поэтому было принято решение целиком менять участки. 1600 метров новой трубы специалисты управления аварийно-восстановительных работ начали прокладывать еще в марте, рядом с действующей линией. К демонтажу дефектного участка трубопровода и укрупненной сборке нового бригады приступили после 10 апреля. Для этого коллектор остановили. Сегодня текущим ремонтом газотранспортной артерии занимаются около 60 человек. Это работники УАВР, линейно-эксплуатационной службы ГПУ, инженерно-технического центра. До 20 мая необходимо один участок коллектора заменить, еще 9 небольших отремонтировать. Газоконденсатная смесь с УППГ-2В в цеха комплексной подготовки газа 1В поступает по двум ниткам газопровода. Из-за разницы давления одна работает на старый фонд скважин, вторая на новый. Пока идет ремонт коллектора, поток со старого фонда остановили. Хотя, если бы не предварительно произведенная еще осенью переобвязка, останавливать пришлось бы как раз добычу с нового, более производительного фонда. Раньше по этой нитке шел новый фонд, но летом, в связи с тем, что были дефекты и необходимо было снизить давление, переподключили нитки возле 2В и 1В. И, соответственно, по первой нитке уже в данный момент шел с осени старый фонд, а по второй нитке шел новый фонд. Сейчас продукцию установки предварительной подготовки газа 2В внимательно изучают в лабораториях инженерно-технического центра «Газпромдобычи Ямбург». Исследование состава пластового флюида на потенциальное наличие коррозиоактивных веществ, характер и местоположение выявленных внутритрубных повреждений должны ответить на вопросы, чем были вызваны разрушающие металл процессы и как избежать их в будущем. Нелли Хайрудинова, Денис Курдаков, Ямбургское месторождение.